Со всех, кто проживает на этой святой земле, поприветствовать вас, поблагодарить за то, что вы в эти священные для всех нас дни нашли возможность приехать сюда, в город воинской славы, Волоколамский район, место, где в 1941 году, об этом знает весь мир, шли ожесточенные бои. Нам очень приятно и почетно, что сегодня мы открываем бюст герою киргизского народа, смелому, храброму и молодому гражданину. В этом году исполняется 100 лет, а мы празднуем 70-летие. Я хочу поздравить всех, кто слышит нас здесь, на площади, всех, кто в эти особые для каждого россиянина дни встречает праздник 9 мая с этим юбилеем, и еще раз низко поклониться и сказать слова благодарности нашим ветеранам. Спасибо вам. Уважаемые россияне, уважаемые кыргызстанцы, приехавшие сюда, уважаемые жители Волоколамска, я в свою очередь благодарен вам всем за то, что пришли сегодня на это мероприятие. Это для всех нас святой праздник. И 9 мая, например, в моей деревне тоже открывается стелла с фамилиями погибших на войне. Это всегда тот праздник, который мы, старшее поколение, тем более сидят наши отцы здесь, фронтовики, мы в этот день и 9 мая, и уже ближе к нему, всегда, конечно, и волнуешься, и тяжело все равно на душе, потому что победа далась очень большой крови. Вот, например, в Кыргызстане тогда было всего около 1,5 миллиона человек, и из них 365 тысяч, то есть все взрослые мужчины
пошли воевать. И из них каждый четвертый погиб. Это по официальным данным, фактически, конечно же, больше. Воевали неплохо, как вы знаете. Панфиловская дивизия легендарная, она и сегодня есть у нас в Кыргызстане. После перестройки она была ликвидирована. Я ее указом, как президент, восстановил, потому что генерал Панфилов был военным комиссаром Киргизской ССР. И Панфиловская дивизия формировалась у нас в Кыргызстане. Первые годы войны, я хочу напомнить, что уже в первые два года только официально Кыргызстан принял 140 тысяч граждан из России. Это были старики, дети, которые были эвакуированы в Кыргызстан. Много было сирот, особенно из благотного Ленинграда. И мы позапрошлом году открывали памятник блокадников Ленинграда в Бишкеке. И оказалось, что многие дети, пока их везли из Ленинграда, они просто потеряли свои документы, удостоверения. И они остались в Кыргызстане. До сих пор живут уже как кыргызстанцы. Нашли там своих новых родителей, свои семьи нашли. 140 тысяч человек только официально Кыргызстан приютил. И эти люди в основном и остались в Кыргызстане. Я хочу это напомнить, потому что сегодня в той же Московской области, Андреевич, я думаю, тоже 1100 наших ребят работает из Кыргызстана. Причем они приехали работать. А в годы войны кыргызстанцы приняли не работать, а приютили, давали, делились последним куском хлеба, давали лучший угол в своем доме. Это надо помнить. Это надо помнить. В трудную минуту нам надо помогать друг другу, как наши отцы, как наши деды. Именно поэтому Кыргызстан последние несколько лет, вы знаете, мы идем на тесное сближение с нашим стратегическим союзником, с Россией, потому что наши отцы воевали в одних окопах, по одной линии фронта. И мы точно так должны быть всегда вместе. Поэтому именно в преддверии 9 мая, Бог даст, завтра я подпишу документ о вступлении Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Потому что мы всегда должны быть вместе. У нас общая история, я думаю, у нас должно быть обязательно общее будущее. Я сюда уезжал, вчера встречался, награждал памятной медалью наших участников войны. Я у себя в Кыргызстане верховный главнокомандующий, и я сказал нашим ветеранам, что у меня для них, как от верховного главнокомандующего, всего один приказ – живите долго. И здесь я могу только просьбу вам сказать. Вот сидят ветераны войны, фронтовики. Живите долго. Живите долго. Потому что, знаете, у нас есть такая поговорка. Даже если умер твой отец или мать, пусть будут живы те, которые видели его. И я, когда вижу фронтовика, всегда думаю о том, что, возможно, мой отец или мой дед, или кто-то из моей деревни, из моей страны воевал рядом, плутал по этим лесам, по болотам. И все-таки мы победили. Все-таки мы победили. И Бог даст, мы вместе еще много раз победим. Я очень благодарен за то, что вы храните память о тех, кто захоронен в этом святом месте. Я благодарен за то, что руководство Московской области, Андрей Юрьевич, наверное, лично на таком почетном месте, мемориале, установлен бюст нашему герою, герою Советского Союза, Ишанкулу Шапокову. И сейчас, конечно, очень трудно представить
Просто поражаюсь мужеству людей. Тушанкул Шапоков, когда был тяжело ранен, он просто взял связку гранат и бросился под танк. Наши отцы, наши деды, они не жалели жизнь ради своей страны, ради своей родины. И поэтому был могучий Советский Союз. И этот праздник мы не должны никогда забывать. Поэтому мы несколько дней назад в Бишкеке провели 9 мая. У нас будет военный парад, как положено. Правда, я буду находиться в Москве, примет там начальник генштаба. Но несколько дней назад мы провели парад школьников города Бишкек, чтобы уже школьники, дети помнили, что такое война, помнили значение Великой Победы. Пока мы помним, эти люди не будут, не пропадут в забвении. И надо помнить всегда. Я надеюсь, что и наши потомки, внуки, правнуки всегда будут помнить. Для этого устанавливаются такие мемориалы, открываются такие бюсты. И я очень благодарен судьбе. Я всегда мечтал побывать здесь, в Волоколамске. И я благодарен судьбе за то, что все-таки я смог. Бог дал мне такой шанс быть на этом святом месте, увидеть людей, которые воевали с моим отцом. Я вам очень вам благодарен. Спасибо вам громадное за сегодняшний день. Спасибо руководству области за то, что такая торжественная церемония проводится. И, конечно же, низкий поклон тем, кто погиб на полях сражений. Низкий поклон тем, кто не дожил до этого дня. Вечная им память. И, конечно же, низкий поклон тем, кто и сегодня с нами. Ветераны войны, труженики тыла. Живите долго, живите долго. Глядя на вас, например, у меня и отец, и мать умерли. Но глядя на вас, я будто сейчас вижу их. Живите долго. Спасибо вам громадно. С наступающим праздником. Можно с вами поздороваться? Обязательно. Правильно. Наступаешь. Спасибо. Праздником. Праздником. Спасибо. 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 Спасибо.